Храм Аманы. Как вы можете видеть, довольно обширная локация. И давайте уже приступим к ее прохождению. Многие считают эту локацию одной из самых сложных в игре. Ну и отчасти они действительно правы. Тут, конечно, все зависит от стиля вашего прохождения. Не успел ему сделать бэкстеп. Ну, ничего страшного, он умер. Его вещи можем забрать, спустившись вниз. Барахло с этого трупа также можно будет забрать внизу. Здесь у нас зашкерился Василиск. Но будьте осторожны, чтобы не сломать этот ящик, который здесь запрятали среди различного хлама. Хотя, учитывая, что этот ящик деревянный, явно в нем ничего полезного не спрятано. Закатная трава, фимиам скептика. Эти предметы были бы более полезными, если бы я играл за мага. Ну, я думаю, что мы еще поиграем при прохождении Dark Souls 2 за мага. В скором времени я буду перекачиваться. Но это, скорее всего, будет тогда, когда я буду выполнять определенный квест. И видите это свечение. Это означает, что где-то здесь спряталась вот такая вот ползучая тварь. И пока над ней летают вот эти вот светлячки, она как бы спит. И если к ней, в принципе, близко не подходить, то она так и будет спать и не будет на вас нападать. Большая душа. У нас есть арбалет, хотя, наверное, здесь бы был бы больше уместен не арбалет, а стрелы. И эта локация разбита на несколько как бы секторов. Наверное, первый сектор один из самых простых. Вот эти вот твари, они спят. Причем они спят, пока кто-то напевает песню. Вторая сложность в том, что здесь вода, в воде мы передвигаемся несколько медленнее. А также, как и в новом Лондо из первого Dark Souls. Да, захват цели немножко криво сработал. Здесь не везде можно ходить, там, где есть вода. Здесь можно спокойно и утонуть. Третья особенность этой локации, то что она открытая. И здесь огромное количество противников. Которые могут нападать как из-под воды. В дальнейшем появятся еще и маги, которые будут атаковать самонаводящей магией. И все это в совокупности может вызвать огромную попа-боль, особенно для тех, кто любит проходить локации нахрапом, то есть как можно быстрее. Чтобы этого всего избежать, нужно просто проходить эту локацию с чувством, с толком, с расстановкой, желательно с луком. На лук больше интересных у меня стрел. Например, у меня есть отравляющие стрелы, которые здесь также могут помочь. И чтобы более детально разглядеть, что у нас под ногами, нам понадобится свет.
Еще самая проблема в том, что я сегодня записываю с самого утра. На, этот парень чуть не дал, жадина. Мне еще светит солнце и еще дополнительно отсвечивает в экран. Огненная бабочка, мерцающий титанит. Ну, это, кстати, локация очень богата на мерцающий титанит. И вот здесь, как вы можете видеть, все, обрыв. Если мы туда упадем, то все, это смерть. Огненная бабочка также полезна на этом уровне. Давайте сначала пройдем по этому краю. В основном все самое вкусное обычно здесь прячут по краям. Здесь еще и проклинающая урна. Оу, да. Есть такой момент, если кувыркнуться, то факел, конечно же, погаснет. Ну ладно. И алая вода. Ничего особенного. Почему это место называется храм Аманы? Где здесь храм? Возможно, мы увидим его далее. Его можно, конечно, назвать храмом. Здесь нас встречает еще одна маленькая девушка. We knew you were coming. And stop singing. То есть вся суть в том, что эта локация из себя представляет некую границу между склепом и замком Дранглейк. То есть вот эти дамы, они поют и тем самым не дают пройти определенным личностям. We are Milfinito. We are here to sing to those bound by death and dark. То есть они здесь не дают пройти тем, кто скован смертью и тьмой. We will sing here forever, as we always have, from long, long ago. We know nothing of the world outside. And why should we? For we will never leave. Do you seek King Vendrick? But what is a king, after all? We know nothing of the world outside. For we will never leave here. When we sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Is there anything wrong? Perhaps this will help. Да, эти мильфаниты, они действительно далеки от внешнего мира. Этот камень мне явно ничем не поможет. И вы уже могли заметить, что их имя очень похоже на имя Нита, только с припиской Мильфа. И да, они на самом деле связаны с Нита. Так, здесь не обязательно, кстати, было тратить бабочку. Можно было воспользоваться вот этим огнем. И давайте пойдем теперь по этому краю. Возможно, мы здесь тоже что-нибудь интересное найдем. Да, вот, например, сундук заныкан. Но здесь всего лишь гриб. Еще немножко пройдем. Сдалека этот сундук не было видно вообще, что он... Мало того, что находится в воде, он еще и достаточно глубоко. Так, и с этого края, похоже, здесь больше ничего особенного нет. Но. Эти твари очень неплохо так накладывают кровотечение. Перестала петь, и да. Сейчас эти ползуны будут более агрессивными,
здесь. И вот эти вот клирики из Линдельта. В принципе, с алебардами они не очень страшные. А вот когда у них появятся щиты, это уже будет намного сложнее, особенно если они будут сражаться в совокупности с другими созданиями этой локации. А здесь их, поверьте, будет еще очень много. К тому же, эти клирики обычно ходят толпами. И лучше их как бы агрить по одному. Мерцающие титаниты, сапоги архидракона, кстати, можно прочитать. Что за клирики архидракона у нас здесь присутствуют. Главное, чтобы меня не съели, пока я читаю. Ладно, давайте зачистим часть, эту часть локации, а потом я почитаю. Душа пропавшая с мертвеца. Фимиан. Кстати, да, они с щитами. Но что-то они как-то не особо активно ими пользуются. В общем-то, думал, что эти без щитов. Ну нет, они тоже с щитами. И они, кстати, довольно неплохо раздают свой сет. Здесь с краю ничего. Человеческая фигурка, да. Здесь также можно неплохо, в принципе, фармить с этих ползунов человеческие фигурки. Потому что с них они достаточно часто выпадают. Так, и по этому краю здесь, похоже, все. Главное сильно тоже вперед не бежать, потому что можно сорваться. Это будет неприятно проходить все опять заново. Проблема этой локации в том, что, допустим, если она большая, нам в ней много противников, если вас убьют, то есть нужно опять ее проходить как бы чуть ли не заново, особенно ее вторую часть. И ты чем больше умираешь, тем больше начинаешь торопиться, пытаться как-то пробежать, и в конечном итоге умираешь еще, еще, еще. Лучше стиснуть зубы и, умерев, все равно не торопиться, а потихоньку, планомерно ее проходить. И это реально затратит меньше сил и нервов. Здесь у нас еще один сундук, это драконий талисман. Всякий хлам. Вот сколько же всякого различного хлама на самом деле в Dark Souls 2. Вот этой всякой воды, которая восстанавливает здоровье заряда заклинания, потом значительно восполняет здоровье заряда заклинания. Вот эти вот всякие самоцветы, то есть способов лечения здесь просто какое-то неимоверное, неприличное количество. И как вы видели, здесь очень было большое количество скопления мотыльков. Они как бы создавали здесь преграду, стену. Чтобы незваные гости здесь не проходили. Но, судя по всему, инфониты рады меня видеть и пропускают вперед. Еще мерцающий титанит, гладкий шелковистый камень. И начинается вторая секция этой локации, которая, наверное, самая опасная и самая обширная. Ну, возможно, не самая прям опасная, третья, мне кажется, еще более опасная, но она хотя бы маленькая. Ну, слава богу, что здесь поставили костер. Вот если бы здесь не было этого костра, тогда бы здесь порвалось еще больше народу.
18 тысяч душ, ну, в принципе, не так много. Даже на один уровень не хватит, поэтому нужно особо не заморачиваться. Я вот даже не знаю, в принципе, можно пока побегать здесь без факела, потому что здесь сейчас будут магички, которые очень неплохо швыряются магией, чуть ли не на весь экран. И нам как бы здесь будет щит защитой от магии более перспективен, чем факел. То есть можно сначала, как вариант, зачистить всю эту локацию, а потом просто пробежать и собрать весь лут. Они не очень прочные, и как раз вот с ними можно неплохо перестреливаться при помощи лука, например, или арбалета. Так, эти твари, да. Над ними больше теперь нет светлячков, и теперь не поймешь, где и сколько их сидит. Это еще более усложняет это место. Но человеческая фигурка, да. То есть здесь вы без человеческих фигурок уж точно не останетесь. Кстати, по-моему, где-то здесь был... Я не помню. Где именно? Ну-ка. Возможно, факел нам подскажет. Или не здесь. В общем, где-то здесь неподалеку вроде невидимый полы. Но я, если честно, даже не знаю, где он. И, как обычно, он дает гладкий шелковистый камень. В общем, где-то он здесь рядом был. А, вот он. Да, гладкий шелковистый камень. Так, едем дальше. Дальше нас встречает огромный древний рыцарь. Там мы можем разглядеть тролля. Здесь кого только нету. Полная сборная соляночка. И перед тем, как биться с рыцарем, давайте сначала тут всех свидетелей прикончим. Против рыцаря, конечно, мне кажется, лучше поставить нашу любимую огромную дубину. Не огромную, всего лишь большую, конечно. Так, главное, чтоб нам не помешали. Да блин, про это я и говорил. Ну ладно, мы не особо куда-то ушли. Поэтому, в принципе... Здесь я буду их убивать с первого удара? Да, я их убиваю с первого удара. Душу здесь неподалеку. Стоп, 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 стоп. Сам говорил не торопиться, и сам же побежал торопиться. Да. Вот это вот и беда этого места. Если вы попадаете под перекрестный огонь, это финиш. А дубина еще усложняет весь этот процесс немного, потому что я какой-то очень медленный, надо еще арбалет из рук вытащить. О, они переживают этот удар. Неплохо. В таких-то доспехах, мне кажется, я бы их просто в лепешку превратил. Так, там еще одна у нас принцесса стоит. Да, плохо, что я, конечно, уже потратил целых два пузыря. Пузыри бы здесь надо будет приберечь, потому что лазить здесь придется еще очень много. Там еще одна стоит. Ну вот здесь как раз вот, в принципе, не повредит какой-нибудь лук и арбалет, на самом деле. Чтобы не бежать к ним и не получать параллельно по голове. Эй! Парень. Кто тебя просил на меня агриться? Фух. Достаточно быстро сложился от моей дубины, конечно.
Все, пока что мне дубина, наверное, не понадобится. И да, здесь можно просто поставить, допустим, арбалет и поучаствовать в перестрелке, правда. Она стоит достаточно далеко, но мы ее, в принципе, неплохо достаем. Ну, вот примерно так это делается. Также можно, в принципе, убить и того тролля. Хотя нет, с такого расстояния я до него не достаю. Ну, по крайней мере, ну-ка, давайте зажгем факел. Где тут? Тут уже не так часто стоят эти чаши с огнем. Ладно, не хочу обижать костру, давайте использую огненную бабочку, мне их и так дофига. Немножко подлечимся. Прекрасно. Бегать с арбалетом по неизведанной территории, это не очень умно, конечно. Да, тем глубже, тем сложнее передвигаться, конечно же. Это вот как раз руины, возможно, когда-то были храмом Амана. Прыгивает очередная тварь. Так, где это? Дева! Придется убрать наш факел. Да, это может быть, конечно, нечестно по отношению к ним. Но их магия тоже не особо честная. Так, еще одна где-то здесь заныкалась. Болтов только что-то я не прикупил. Вроде как более-менее мы это место зачистили. Единственное, что теперь не провалиться бы куда-нибудь тут. Судя по тому, что там кто-то есть. Здесь явно есть земля. Здесь тоже. И там можно вдалеке разглядеть драконьего всадника, который по силе, наверное, круче, чем все вместе взятые драконьи всадники, которые мне уже встречались в игре. Он очень сильный, но, слава богу, его сейчас убивать совершенно не обязательно. Так, и где-то здесь был неплохой секрет. Давайте я воспользуюсь услугами. Бабочки. Да, здесь можно вставить ключ камень Фараса. Железный сундук, это уже радует. Спиральная алебарда. Давайте посмотрим, что это за алебарда такая. Рукоять этой алебарды выполнена в форме спирали, на конце которой находятся два лезвия. Сложная конструкция скрывает внутри копье. Неизвестно, где было изготовлено это оружие, но некоторые признаки указывают на погибшую страну Алафис. Вот так вот она выглядит. Это алебарда. Достаточно экзотично. Вообще, по-моему, все, что из Алафиса, оно вообще выглядит экзотично. Ну, по-моему, в ее мувсете абсолютно нет ничего такого уникального. Единственное, что когда она идет выпадом, она как бы немножко так раскрывается и закрывается. То есть у нее как бы копье внутри спрятано.
при ударе она как бы удлиняется, то есть может запутать противника. И, по-моему, в PvP ее достаточно часто раньше использовали, сейчас уже не знаю. Продвигаемся дальше. Здесь у нас обрыв. Пройдем по левому краю. О, еще одна дама. Здесь я даже особо целиться не буду. Да, неплохо прыгнул. Факел не потушил. Рыцарь защищает проход за те корни, но туда идти сейчас нет никакого смысла, потому что там закрытая дверь, которую пока что мы открыть не можем. Поэтому не тратьте свои силы и нервы. Огненное семя. Уходи. Кстати, я использовал человеческую фигурку. Здесь, кстати, могут вторгаться. Так, с этой стороны я уже бегал. Ну, давайте еще немножко по краю пройду. Но, по-моему, здесь особо ничего и нет. С этой стороны. Ну, так сказать, для успокоения своей души. Да, недалеко я продвинулся от костра, конечно, но зато более-менее зачистил это место и собрал весь лут. Ну, надеюсь, что весь. Если что-то я и упустил, то это, наверное, не очень важно. Потому что более-менее что-то ценное я помню, где здесь лежит. Надеюсь, что помню, потому что какие-то вещи здесь добавились в шкалере первого греха, а шкалера я проходил, по-моему, всего лишь один или два раза. Вторую дарк я проходил, по-моему, немножко побольше. Идем дальше. И вот здесь у нас, да, чего только тоже нет. Ох, для меня поставил. Арбалет. Так, рыцарь нам не нужен. Здесь провал. Ах, черт. С этим факелом, конечно. Ну, в принципе, я думаю, мне хватит пузырей. По крайней мере, на эту часть локации. А в скором времени мы найдем еще один костер. Вот этот тролль, это здесь вот реально тролль, что его здесь поставили. Господи, я думал, она оживает там. Ничего себе, дама какая упорная. Но перед тем, как биться с этим троллем, нужно, конечно же, убить всех этих магичек. Иначе ни к чему хорошему это не приведет. И тролля, по идее, можно вообще отравить. Давайте попробуем это сделать при помощи лука и отравленных стрел. У меня их целых 120 штук. Что, зря они у меня есть, что ли? Тут единственная проблема достать до него. Ну, думаю, с такого расстояния-то мы достанем. Все, он отравлен. По идее, можно от него текать. Я от него сносит, как бы, ну, не супер много, конечно. Что-то тролль совсем задумался.
похоже, он просто не желает сюда идти. Да ё-моё. Здесь на самом деле этот тролль не один. Здесь есть еще один его собрат. Так. Ну, можем, в принципе, из лука дальше стрелять. И, блин, я ничего не вижу, меня отсвечивает. Ну, по крайней мере, вот где вот эти камушки в воде, там явно можно ходить. Буду пока ориентироваться по ним, но дело в том, что нам нужно сходить вон туда. Это место достаточно просто пропустить, там есть секрет. Так, здесь у нас мельфонита. Ну, возможно... Это была мельфонита, хотя по размерам, наверное, все-таки нет. Латки шелковистый камень. Здесь можно призвать охотника-одиночку Шмидта. Ну, не будем этого делать. Хотя, можно, в принципе, натравить его на тех клириков. Кстати, про тех клириков я хотел прочитать. Сапоги секты Архидракона из Линдельта. Нам немного известно о секте Архидракона и ее ритуалах, потому что слишком любопытные исчезают бесследно. Секта Архидракона хранит историю Линдельта, начиная со дня его основания. Историю, которую лучше спрятать подальше от любопытных глаз. То есть это не просто клирики, это прям какая-то некая секта. Так, давайте воспользуемся... слугами этого огня. Откуда ж ты тут взялся? Я, блин, два раза туда-сюда здесь пробегал. И вас тут не было. Чудеса, да и только. Офигеть. Да, я понял теперь, почему они на меня стали агриться. Похоже, когда я зажигаю факел, я становлюсь намного виднее. Так, и он нам дает щит. Вот такой вот щит с дремлющим драконом. Щит секты Архидракона из Линдельда выполнен в виде дремлющего дракона. Должен использоваться в тайных ритуалах. Разбудившие дракона глупцы вызвали его гнев, что привело к уничтожению целой страны. Выжившие пытались загладить свою вину и попытались передать свои знания обителям разоренных земель. Но про дракона, которого разбудили, и про его гнев мы узнаем в DLC. Так, и куда-то я не туда, по-моему, пошел. Здесь какие-то щиты нарисованы. И нам нужно вот к этим колоннам. И здесь нужно быть крайне осторожным. Так как дорожка здесь очень сильно сужается. Но это еще не самое страшное. Самое страшное, здесь еще и находятся эти наши любимые дамы, которые здесь достаточно интересно заныканы. Да, лук чем хорош, он быстрее стреляет. Даже в таком непрокачанном виде. Мне кажется, даже он как-то более эффективен, чем мой арбалет в данном случае. Там стоит еще одна. Блин,
По-моему, она кастует, даже когда меня не видит. Но это вообще уже перебор. Опа! Да, она стояла практически на самом краю. И вот это тоже может сыграть злую шутку, когда подходишь к ней и начинаешь бить ее мечом. И по инерции просто падаешь в глубокую бездну. Да, здесь можно видеть очень узкий проход. Драконий талисман, по-моему, предмет для ковенанта. И осколок фляги с Эстусом, но, к сожалению, он нам нафиг уже не нужен, потому что какого-то черта в Dark Souls 2 осколков фляги с Эстусом больше, чем вы можете их применить на самом деле. То есть у меня сейчас максимально 12 бутылок уже. Возможно, это сделано для тех, кто не особо внимательный в Dark Souls 2 и где-то упустил какой-то кусок, и чтобы не вводить его вот в эти рамки, что ему не хватает бутылок. 10 их осколков раскидали просто больше. Так, теперь главное без последствий отсюда сбежать. По-моему, где-то здесь был еще один сундук, но вот где? Сейчас попробуем найти. Там вдалеке можно разглядеть много предметов, но пройти туда отсюда, блин, не представляется возможным. И чертов Форлорн, блин. А то мне, если честно, тут вообще не впился. Еще и с косой. Да. Чувствую, я сейчас еще и сдохну. Пощади! Я не хочу начинать все заново. Да дубинка бы здесь больше зашла. Против этого Форлорна. Где он там застрял? Ладно, пока он там тупит. Поставим дубину. Опять перегружен. Ну, главное его уронить. Дальше уже, как говорится, дело техники. Да, извини, парень, просто я не очень хотел умирать. И у нас остается не так много бутылок, но это же Dark Souls 2. Одна бутылка — это не помеха. У нас также еще есть и различные лучистые самоцветы, которыми можно лечиться. Итак. Форлорн нас отвлек от главной цели. По-моему, здесь его вторжение так же рандомное, как и в многих других местах. То есть, может, нападет, а может, не нападет. Можно было в подмогу призывать кого-нибудь. Просто кишит различными тварями. Почему не могу зажечь факел от этих факелов? Видать, мне лень протянуть просто руку вверх. Итак. Учитывая, что Форлорн бежал прямо аж откуда-то оттуда. А, да, здесь. Меня еще и, да, нравится проклясть бочку. Да, меня Форлорн здесь сбил.
Я здесь искал сундук. Давайте дальше. Обследовать край этой пропасти. Ну, явно здесь что-то должно быть. Эти бочки здесь неспроста что-то поставили. А, вот он. Прямо перед самой своей мордой я его увидел. И это огненная буря. Древняя первобытная пиромантия. Рядом с колдуном вспыхивают гигантские столпы пламени. Огненная буря испепеляет все живое. Что за угроза заставила создателей выдумать такое страшное заклинание? С этой стороны, по-моему, все. Только провал. Давайте я все-таки удостоверюсь в этом и пройду по краешку. Так, там у нас клирики еще остались живы. И по идее... Ой, нет, не только клирики. Ну и мои любимые дамы. Да куда все ниже и ниже? Эй, скоро одна голова будет торчать. Так, ну клирика мы убьем в честном бою. Так, и здесь вот очень, конечно, странно. Какой-то помост, которого нельзя, конечно же, поднять. Это же, подняться, это же Dark Souls. Зажгем наш факел. И мы практически дошли. Да откуда ты тут? Ой. Вылез. Срочно нужна человеческая фигурка! Твою мать! Еще один. Умри! Они как чувствуют, когда нужно нападать, в какой момент. Когда я занят какой-нибудь хренью. Там стоят еще целых две магички. О-оу. Кажется, клирики обиделись на меня за то, что я убиваю их издалека. Так, теперь главное не провалиться куда-нибудь. В бездну. Блин, ну как я не попал? Не буду больше делать против них выпады. Еще одни сапоги. Ну, могли бы для разнообразия что-нибудь другое дать. Так, что я хотел сделать? Я хотел съесть фигурку. И там, кстати, да, там тоже виднеются заросли. Туда надо бы тоже сходить, но тут дилемма. У меня осталось очень мало жизни, хотя... В принципе, у меня есть самоцветы. Так, здесь у нас обрыв. Можно, по идее, сходить сначала к костру, тем самым обезопасив себя. А потом уже сходить к тем корням. Это, конечно, воскресит тут всех противников с этого края. Ну, в принципе, ничего страшного там нет. Зато у меня будет 12 бутылок. Так, и здесь, по-моему, если пройти с краю, да, здесь что-то лежит. Но вот те предметы пока что собрать нельзя. Душа героя, небесное благословение.
Чтобы полечиться, по идее, можно вообще небесное благословение съесть. Опять я нырнул рыбкой. Если что-то здесь, если здесь нет ямы, то это будет весело. Умереть в самом конце. И здесь также можно подняться наверх. Забрать здесь какой-то бесполезный лут, красивый череп. Ну, в некоторых случаях он может быть, кстати, не очень бесполезный. Возможно, даже в этой локации можно было как-то приманить в одну кучу сразу нескольких противников. Ну, давайте я все-таки, наверное, обезопашу себя. Зайду сюда. Вот грибы вонючие, которые ломают снаряжение. В особенности мое одно кольцо, которое постоянно ломается. Сейчас чувствую, еще в Маджулу придется бежать. Кольцо чинить. Ну, ладно, миновало мне это участь. Здесь у нас костер. Давайте пока что просто отдохнем. И, кстати, можно здесь призвать Фелицию. Ну, давайте ее призовем. А, кстати, кольцо у меня уже сломалось. Ну, ладно, перед тем, как идти дальше, мы сходим все-таки в Маджулу. Так, Фелиция, ты мне здесь нужна для одной миссии. Да, что хорошо заходить с этой стороны, это то, что все эти клирики секты, щит так прикольно полетел, стоят к нам спиной, палится архидракона. Так, давайте, наверное, выложим пока лук. Какие-то дамы здесь стоят просто, не обращая ни на что внимания. Похоже, они просто... какой-то паники, да хватит пятиться назад. И не надо лечиться. Да, ничего и лечится, кстати. Достаточно неплохо. И довольно быстро. Поэтому даже иногда отравить их очень большая проблема. Ну что ты, блин, Фелиция, даже одного клирика не смогла убить, что ли? Палица. Ну, не совсем похоже, конечно, на палицу. Палица клириков секты Архидрактона. В Линдельте все подчиняются строгим законам, а тот, кто осмелится нарушить их, будет жестоко наказан. Благочестивые, которые готовы спастись любой ценой, способны на страшные поступки. Так. Нам нужно попасть вон туда, Фелиция. А, что у нас здесь с полом? Ни черта не вижу, ну, по-моему, здесь пол есть. Да, хорошо, что эти клирики неплохо станутся. Если бы они не станились, то было бы немного сложнее. Ветки. Здесь у нас еще один поджидает тролль. По идее, можно забить на него большой болт и забрать платье поющее и кольцо жизни плюс 2. Ну, пока он там долбит Фелицию, можем нанести ему несколько ударов по его грязной заднице. Что-то он совсем не хочет приседать, а вот наконец-то. Исполнять свой излюбленный прием.
называется. А сяду-ка я вам задницей на лицо. Ну вот, в общем-то, и все. Итак, платье поющей. Платье отчужденной музы практически не защищает от физических атак, зато обладает большой устойчивостью к магии. У них есть только песня, которую им дал великий мертвец. Они не осознают себя, они живут только для того, чтобы петь. И они будут петь, пока это возможно. Ну, великий мертвец, как мы знаем по первой части, это, скорее всего, Нита. И это платье Мельфонита. По-моему, неплохо, да? Давайте я в нем останусь. Конечно, от физического урона она никак не защищает. Давайте соберем то, что выпало. Очередной драконий талисман. Да, здесь также можно фармить и для ковената, и драконьи талисманы. Так, давайте я просто пробегу эти несчастные зубы. Хотя нет, я пошутил. Мне нужны ваши души. Кстати, надо было вместо кольца, которое сломалось, поставить какое-нибудь кольцо, которое дает больше душ. И давайте сходим в Маджулу. И если попробовать улучшить флягу с Эстусом, флягу с Эстусом достигла максимальной силы. К сожалению, наш вот этот осколок фляги с Эстусом, получается, нафиг не нужен. Так, ну что ж, давайте что-нибудь прокачаем. Я уже просто сейчас буду тупо, наверное, качать силу. Хотя, ну-ка, если физику немножко поднять, она что-нибудь даст? Да, физики один уровень, кстати, даст. Давайте физику на один и силу на один. Отлично. И еще бы я хотел... Давайте вернемся в ковенант другой пока что. Нам же нужно было в коменанте Лазурного пути убивать красных фантомов. Я уже, блин, бы выполнил весь путь этого коменанта, если бы постоянно был в нем. Я уже столько этих фантомов перебил.